Привет всем! Вот подготовил такую платку с помощью лута. Все очень довольно удачно получилось. Все сейчас задаются вопросом, что это и для чего, откуда она, эта плата, и где будет применяться. Это электронный аналог на транзисторах взамен реле регуляторов на 6-вольтовых мотоциклах типа RR1 для ежей и R302 на мотоциклах Урал. В общем, вместо механических громоздких реле будет вот такая платка стоять с транзисторами, которая для установки не потребует переделки проводки, то есть ничего не надо будет менять, все также подключаете на место штатного, и ее можно будет использовать на всех 6-вольтовых мотоциклах Иш, Урал, Ява, все, что имеет генератор постоянного тока, батарейную систему зажигания. Буду собирать. Далее, естественно, проведем испытание, посмотрим, как это все будет работать. И если будет пользоваться спросом, конечно же, не откажем в продаже. Значит, каким образом подключаем? М масса это минус. Б батарея, сюда плюс подаем. И сразу же сюда один из контактов лампочки. На Ш подключаем саму лампочку. И начинаем регулировать. Отсечка у нас происходит на 7,5. Чуть-чуть есть погрешность вольтметра. Вообще можно сейчас подключить еще один вольтметр для более точной проверки. Смотрите, что у нас получается. Вольтметр на лабораторнике врет, потому что провода тонкие, а нагрузка хорошая. Вместе с этой лампочкой тут резистор включен мощный. Провода слишком тонкие, поэтому мы смотрим по вольтметру. Видите, тут 5,75, а тут уже 6,46. Вот лампочка горит. Смотрим на мультиметр. Семь и три отключения. При 7,3 реле отключается. То есть 7,3 у вас будет напряжение с генератора. Можно сделать чуть повыше, можно сделать и 8, потому что у многих окисление в проводке. На фары уже мало приходит. Аккумулятор может не дозаряжаться. Реле полностью рабочее, готовое к установке. К сожалению, нету 6-вольтового мотоцикла, чтобы вживую наглядно это все продемонстрировать. Но испытывается точно так же. На лабораторнике. У меня есть видео, где я проверял механическое реле таким же способом. Ничего сложного нету. Платка маленькая, в корпус старого реле поместится. Также у меня в планах доработать, поставить сюда подстроечник, чтобы люди сами могли подгонять нужное напряжение. И поставить переключатель, чтобы можно было 6 вольт. А если кому захотелось, помните, раньше переделки делали, вазовское реле ставили, там на генератор переподключали все. А тут все просто. Выключатель переводишь на 12 вольт, и все, меняешь лампочки в мотоцикле, катушку зажигания, у тебя 12 вольт. Потом, если тебе надо вернуть опять на 6-вольтовую систему, лампочки, катушки ставишь 6-вольтовые, щелк опять на 6 вольт, и ничего переделывать не надо, проводка остается нетронутая. Вот такой вот вариант. Также планирую продавать. Я думаю, полностью доработанное устройство. Я имею в виду плата без корпуса. Все это лаком будет покрываться, все это будет лудиться. Вот. Все будет собираться из новых элементов с переключением, с подстройкой. Где-то в районе 1500 рублей будет стоить. Потому что доставка у нас дорогая. Кому интересно, пишите в комментариях, делайте заявки. Если кому-то нужно, соберем без проблем. Вот такой вот получился агрегат. Это полный аналог, электронный аналог взамен механического реле 6-вольтового для 6-вольтовых мотоциклов Урал, Иш, Ява.
можно ставить вместо RR302, вместо RR1, на явах я не помню, там как называется реле, но тоже к 6 вольтовым явам подходит от и до. Все, что с генератором постоянного тока, так что имейте в виду, думайте, кому надо, я схемку дам, кто хочет сам собрать, можете сами повторить, мне не жалко. Вот. На этом все, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, жмите кнопку колокольчик, тем самым вы окажете просто офигенную поддержку каналу, поможете в его развитии, я тем самым буду чаще радовать вас новыми видео интересными. Всем успехов, до новых встреч!